На месте будущего моста на Новом рынке начали укреплять грунт. В дальнейшем на этом участке будут возведены опоры путепровода. Правда ли, что строители все-таки укладываются в поставленные сроки – ноябрь 2023 года? Об этом смотрите в сюжете. Главная стройка года. У рабочих стоит задача возвести мост практически с нуля. Так на путепроводе увеличится количество полос – до 3 в каждом направлении. Сейчас на объекте проводят масштабные работы по укреплению почвы. На 4 опорах предстоит заполнить более 300 грунтоцементных свай. Вот значимость этой работы, да, еще раз повторимся, в том, что у нас по расчету изначально, то есть буронабивная свая, в связи с тем, что слабые грунты в ее основании, собственный вес даже моста не несла, и была возможна просадка всей конструкции более чем на 15 сантиметров, что, естественно, никакими конструктивными нормами не предусмотрено. Было принято такое техническое решение, как укрепление грунтов под опорой, под пятой, скажем, сваи, цементизацией грунта. Было получено положительное заключение экспертизы на это техническое решение, и вот приступили к работам. Далее строители будут нагружать опоры статической нагрузкой, чтобы оценить результат укрепления почвы. После этого на объекте начнут возводить сами опоры. Напомним, движение по мосту на Новом рынке полностью закрыли в мае этого года. Путепровод был построен еще в 60-х годах прошлого века. За эти годы он морально устарел и пришел в аварийное состояние. Чтобы на время ремонта город не встал в пробках, в мэрии разработали новую схему движения транспорта. Она включает в себя разворотные трамвайные кольца, выделенки для общественного транспорта. Также пришлось корректировать работу светофоров, переносить остановочные пункты. Так как сейчас ночные температуры остаются низкими, пока работы на путепроводе идут в одну смену. Но в ближайшее время строители смогут перейти на круглосуточный режим. Сегодня мы говорим о том, что мы для себя пока дату иную, кроме ноября 2023 года, пока не видим. То есть мы будем все усилия прикладывать к тому, чтобы в этот срок объект был введен. Ирина Корчагина, «День с толком».